как и чем жил древний город в начале X века? Ответы на эти вопросы отправились искать чувашские археологи. В Тегашевском городище Батыревского района прошли раскопки. Какие открытия сделали ученые в нашем материале? Тут стояли башни, и чтобы эта площадка простреливалась. И когда нападающие входили в ворота, они попадали под сплошной огонь и не могли нигде укрыться. Хорошая оборона и выверенная система укреплений – важнейшее звено в жизни любого древнего поселения. Вокруг Тегашевского городища существовала целая сеть рвов и траншей, которые защищали населенный пункт от набегов незваных гостей. Здесь археологи раскопали наконечники стрел, остатки вооружений – все 10-12 веков. Нашли большой кованый гвоздь, который фиксировал навесные ворота, скорее всего, или какие-то срубные мощные конструкции. Это не все находки ученых. Рядом с городищем находились три селища неукрепленных поселений. В одном из них обнаружили фрагменты керамической посуды. А вот эти монеты археологи нашли в могильнике. К раскопкам на месте погребения приступили впервые, хотя открыли его 40 лет назад. Исследователи обнаружили 10 могил. В мужских погребениях были обнаружены ножи, топоры, то есть такое воинское снаряжение, мужское снаряжение, да? Вот. В женских, кстати, тоже были найдены ножи, но еще и украшения. Стеклянные бусы, бронзовые колечки, которые нашиты были на кожаные ремешки. В одном подростковом погребении бусы из стеклянной пасты. На раскопках работают и студенты. У нас ведется практика археологическая, набираемся опыта, навыка. Я сама нашла лично кости животных, наконечник стрелы. Это пятая археологическая экспедиция в древнее городище. Первая была в 1927 году. Исследователи полагают, что через Тегашевское городище проходила часть торгового пути из Волжской Болгарии в Киев. Зародилась идея организации пока на уровне эскизных проектов, проектных работ и заявок на федеральный бюджет, получение возможности из федерального бюджета помощи, на организацию вот этого туристического комплекса. Вот мы начинаем эту, на мой взгляд, полномасштабную, очень нужную работу. Проект уже получил одобрение Градсовета Республиканского Минстроя. Организаторы надеются, комплекс станет одним из интереснейших туристических мест Чувашии. Татьяна Леонтьева, Олеся Русакова, Бахтияр Велиев, Республика.